Овен, остерегайтесь странных попутчиков. Воскресное знакомство не есть принуждение к свадьбе. Лев, не переоценивайте свои силы. Лучше наблюдайте за чужими рекордами на канале Евроспорт 1 HD. Знакомства с перспективой ждут вас на интернет-форумах. Уважаемый стрелец, ваш отряд отменяется. Для старших по звездам культурная программа, а для остальных зоопарк и акваспорт. Телец. Покупки конца недели вряд ли придутся ко двору. В утешение воскресный подарок судьбы. Обещания дарственные. Девы, забудьте обо всех проблемах, отдыхая на природе или путешествуя по тропикам на волне канала «Моя планета». Козерог, внимание к деталям. Не забывайте свое и не подбирайте чужое. Что может быть лучше дома без незваных гостей? Близнецы, обратите внимание на детей. Отправьте с ними в путешествие по сказкам на канале «Мульт». И не решайте ничего сгоряча. Лучший круг выходных – дружеский. Весы, соблюдайте приличия. Доброе имя того стоит. После субботнего банкета отдохните в домашнем кругу. Водолеи, удержитесь от соблазнов. Не все золото, что продают. Можно ли верить прогнозам погоды и стопроцентным гарантиям чего-либо? Раки. Не стоит спорить с политиками и людьми при исполнении. В воскресенье посоветуйтесь со старшими. Все когда-то повторяется. Скорпионы, тайные знания не всегда во благо. Это хорошо известно героям фильмов канала «Настоящее страшное телевидение». И не верьте объявлениям, где все бесплатно. Рыбы, не перепутайте дарственное завещанием. Останетесь ни с чем. Лучше займитесь благоустройством клумбы. А звезды и я желаем вам удачи.